Менее чем через 2 месяца Виктории Тюриной предстоит репетировать уже не в родном Заречном, а в творческих мастерских международного детского проекта «Nuclear Kids». Воспитанница вокальной эстрадной студии «Десерт» вошла в число 50 школьников, выбранных строгой комиссией из 1000 претендентов в 20 городах России. Мы с Анной Александровной принимали участие в этом проекте, вернее, в кастинге этого проекта еще год назад, но тогда я не прошла. И вот мы решили еще раз попробовать. К повторному кастингу девочка и ее педагог Анна Булик готовились серьезно и основательно. Мы даже не вокально готовились, а больше стихи, потому что у меня не очень хорошо получается читать стихи, поэтому вот мы очень готовили стихи. На состоявшемся в марте этого года прослушивании Виктории пришлось продемонстрировать весь свой творческий потенциал. Петь под фонограмму и акапельно. И танцевать, и рассказывать стих. Что было самым сложным? Танцевать. Ну, потому что была импровизация, то есть они включали разные треки, и нужно было переключаться. Я всегда говорю, что моя задача вот на выходе вырастить артиста, который может решить любую творческую задачу. То есть это не только научиться петь, а вот в принципе вырасти артистом. Вот я думаю, что участие в мюзикле – это вот такая высшая точка того, что должен иметь артист. Юным артистам проекта «Nuclear Kids» предстоит менее чем за месяц подготовить яркое музыкальное шоу. А затем ребят ждут гастрольные выступления в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сарове, Москве, а также в Венгрии. Руководитель студии «Десерт» Анна Булик считает, ее ученица непременно справится с самыми сложными задачами. Виктория с огромным потенциалом и огромной работоспособностью. И желанием, и готовностью работать. Вот это важно. Я считаю, что это прекрасный и жизненный, и творческий, и личностный опыт, и всяческий опыт. Так что могу пожелать своей ученице огромное удовольствие получить от этого процесса и достойно пройти этот путь. Проект «Nuclear Kids» стартует 7 июля. В ожидании отъезда Виктория под руководством своего педагога продолжает оттачивать вокальное мастерство. Светлана Теплухина, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».